доходный дом был построен крупной фирмой, назывался на торговый дом Олейникова и Аверина. Этот торговый дом был создан в Санкт-Петербурге, это были санкт-петербургские предприниматели. Фирма являлась подрядчиком на строительстве барнаульского участка Алтайской железной дороги. И кроме доходного дома, ей также был построен, например, механический и чугунно-литейный завод непосредственно рядом с железной дорогой, ныне на улице Цеховой. За вот этим зданием закрепилось название «Доходный дом Аверина», что все-таки не совсем верно, потому что фирма называлась «Торговый дом Олейникова и Аверина». Это типичный доходный дом конца 19-го, начала 20 века, то есть жилое здание, которое предназначалось для сдачи помещений в наем, ну и получения дохода, соответственно, с них. Судя по всему, для этого дома был взят проект санкт-петербургский. Ну, собственно, на это указывает и происхождение фирмы. Вообще для Барнаула это первое жилое пятиэтажное здание. Вот мы сейчас находимся во дворе здания, и мы хорошо видим, что здесь именно 5 этажей. Но с фасада, если посмотреть с улицы Гоголевской, мы видим только 4 этажа. Это такая любопытная особенность. То есть с фасада 5 этаж не виден. Также одна из стен почти полностью лишена окон. Видимо, предполагалось, что впритык к этому дому будут строиться другие дома, ну, по крайней мере, следующий, и эта стена будет, ну, стыковаться с стеной соседнего дома.